братья, будем догадываться, что тут лежит. Давай, я первая. Я беру вот этот. Я думаю, что тут розовая кошка. Так. Что тут? Сейчас покажу. Лол! Мне так нравится. Самое главное, мне Дед Мороз принес фармикарий. Я думаю, что это большой набор Лего. Нет! Эксперименты! Большой набор свечей. Я думаю, что тут конфеты. Так. Что это? Это какой-то котенок. Да. Ух ты! А, это такая подпилка. Это надо ложить, а он его забирает. Я что-то звенит, наверное, посуда. О, да, то, что я хотел, шарик. Ого, он еще и играющий. А, и крутящийся. Подарков становится все меньше и меньше. Так, я думаю, что тут конфеты. И... Нет, тут не конфеты. Это штучки. Вау, шарики надо надувать. Интересно, что там может попасться? Ого, какой большой, огромный, волнистый. Да. Теперь надо его... О! Какая... Ого! И... Да это же миньоны! И тут еще вот лодки. Раз лодка. Два лодка на части. И весла. Сейчас я соберу эту игрушку. Будет классно. Вот это надо.
повешаем на елку. Красота теперь на елке. Я буду доставать аж вон тот подарок. Ого! Я думаю... Ого! Я даже не знаю, что здесь. Какой-то дом. Это Бейблейды! Еще плюс конфеты. Вау. Это огромная арена с бейблейдами. Это лимитированная серия от Hasbro. Ну, ребята, нам будет что распаковать. Я заказывала домик для Лолы и... Ух ты! Это реально домик для Лолы. Я угадала! Вау! Я достаю вот этот подарок. Я думаю, что тут такие маленькие наборчики и свечки. Маша, теперь с тобой будем челленджи проводить. Ого, какое здание. Я думаю, что в этой коробке карандаши. Так, и... Цветочки. Берите его. Садовод. Я беру вот этот подарок. Это мой. А вдруг это бой? Скорее, это всего гравюра. Давай. Разоткрашки. Ха-ха-ха-ха. Мое забираю. Пора загадывать новое желание. Друзья, а ваши желания исполнились в новогоднюю ночь? Напишите в комментариях, что вам принес Дед Мороз. Подписывайтесь на канал Тим Витыч и Маша. С Новым годом! Пока-пока! Пока!